И Рита у нас уже здесь ночевала, и она пробыла у нас вторые сутки, завтра третий день. Но завтра Рита уже уезжает. Ну, скажи теперь, как тебе у нас? Прекрасное, прекрасное настроение, приезжайте, это такой отдых для души, а главное для животных. Животные все классные, все ухоженные, только приготовленные уже для дома. Приезжайте, пожалуйста, забирайте их. Каждый просто сказка. Это любовь в дом, это ласка, я не знаю, что. Я здесь счастлива. Я просто счастлива с ними. Ты в гостях где? Самое главное, я в гостях в огромном приюте, в самом большом России. Лохматая душа. Это соответствует названию. Это каждая душечка лежит золотая в вольере. Риточка, вольеры, спасибо. Вольеры прекрасные. Хозяйка, привет. Не хвали. А у нас дождь сейчас льет. Мужики вам быстро накрывают крышу. То есть, а там вон гроза идет. А здесь малыши, которые выздоравливают. Мы их спрятали под навесик такой, чтобы убрать с бытовки. Ну, им здесь на свежем воздухе лучше. Я думаю, здесь они у меня быстрее поправятся. Да, маньяки? Мамины. Все. Вот здесь два вольера тоже. Это у нас цемент. Здесь тоже двое малышей. Два вольера малышей, которые выздоравливают. И что, вау-вау? Мамины. Мамины, мамины. Здесь самые маленькие, а здесь постарше. Это карантин. Здесь у нас те, кто у нас чихает, приболел. Вон у кого-то животик расстроился. Сейчас уберем. Да, мои хорошие. Мамины. Мамины, мамины, зяки. Хорошо. Так, ребята, у нас дождь, 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 дождь. Накрываем вольеры. Потом будем накрывать следующий. А еще, ребята, сломалась машина. Только вчера ее сделали, сегодня она сломалась. Это наш такой мини-карантин. Привет, малыш. Мамина. Ты же я одна, тепло и хорошо. А с той стороны, ребята, малыши. Ну а что делать? Выхода пока нет, хотя бы такие деревянные временные сделали. А вот для мамочки, ребята, мы сделали очень хороший. Посмотрите, мы пристроили в этом вольере половинку бытовки. И зато у ребенка у нашего теперь, смотрите, как здорово. Приполз самый хитрый. Моя мама называется, моя мама. Полностью моя мама. Я не хотела тебя пугать, детка. Я думала, другие детки выйдут. Ты мое солнышко. Ты моя красавица. Хорошая моя. Ну ладно. Новых вольера. Делаем крышу. Рассадили один большой вольер. 5 собак отсадили. По 5 собак в вольер отсадили. Эти два новых вольера сделали. Сделали еще один новый, но он у нас еще пока не закончен. Этот вольер, мы будем продлевать бытовку сюда до самого выхода. Будет еще один вольерчик. И этот вольерчик у нас окажется тоже под крышей. Так что как только мы продлим бытовку, у нас будут еще 3 места. Будет просто замечательно. Мы рассадили вот здесь немножко малышей. Мы рассадили немного здесь. Забрали отсюда. Ну что ж, да, мои хорошие? Поспокойнее будет? Поспокойнее. Да, мои красивые. Мамины, мамины хорошие. Все будет хорошо. Через 3-4 дня начинаем делать крыши. Будет как вон там. Обязательно надо сделать. Обязательно. До зимы надо успеть закрыться крышами. Кроем тот ряд, потом вот этот. До сюда закрыли, тебе будем дальше.
Потом начнем здесь. Начнем вот эти крыши делать, ребята, до конца с этой стороны и до конца с этой стороны. Это необходимо. Впереди зима, и нам обязательно надо успеть закрыться. Уже не от солнца, а от снега и дождя. Да, мои хорошие, мамины. Ничего, ребята, все у нас наладится. Постепенно все наладится. Мы с вами, люди милые, родные. Я даже до сих пор, наверное, хожу и не до конца осознаю, какую махину мы с вами провернули, подняли на ровном, на чистом месте. Ребята, это необыкновенно. Друзья, спасибо вам всем. Спасибо, мои хорошие. Доброго-доброго здоровья всем-всем-всем. От всего сердца, от всей лохматой души, ребята. Родные мои, хорошие. Люблю вас и благодарю вас. Мое солнышко. Мамины. Мамины. Да, Котяна, не бойся. У этой малышки было перерезанное горло. Сейчас она после стерилизации лежит. Она дикая, и она очень боится. Поэтому прячется в переноске. Это после операции. Да я тебя подсажу, мой хороший. Давай, пойдем. Она спрыгнет, пойдем. Ложись. Ложись. Ложись, котика. Ложись, солнышко. Ложись, мой хороший. Ложись. И спишь. Ты красавица моя, спишь. А сегодня кастрировала слепого мальчика и удалила ему на задних лапках прибылые пальцы. Удалила на обоих лапках. Это только у меня здесь, в одной комнате. Тасечка, Таечка, Таечка. А, чудовище мамина. Мамина девочка. Ты красивая? Ты очень красивая? Ты очень красивая. Ой, скелетик, только поправься сначала. И ты симпатичная моя, да, горошек вся. Козленка. Мамина девочка. Все будет хорошо. Иди сюда, моя хорошая. Ну, мое солнышко, мой скелетик. Ну, все будет хорошо. Мамина, все хорошо. Хорошая моя. Пизяка-ся. Пизяка моя. Да-да-да-да-да. Пизяка. Мамина девочка. Красотка моя, да? Козлянка. И ты, моя солнышко. Жужка. Жужка пришла. Якося, я. Якося, мамина, мамина. Жужка, Женечка, ты зяки мои, мамины. Иди сюда, козленок. Ну, это мой скелетик. Поправишься. Все будет хорошо. Да, зяка? Ой, бузи-бузи, ты пришла. Тихо-тихо, ребенка, не обижайте самого маленького. Ч-ч-ч-ч. Ну что ты на нее нападаешь? Эй, отстань! Мамина. И ты пришел, вреднете мой, да? И ты мамин. Ай, ты вреднете.
Да? Это у нас уже лапа не болит, да? Это мы уже... Это у нас лапа, которую хотели отрезать, а? Козленок снял повязку. Ну, до утра лапа дышит. А завтра будем перевязку делать. Мамины. Мамины, мамины, дети. Дети, куда бы вас подеть? Что, козлята, спать укладываемся? Ну, кто у нас под столом? Так, мелочь под столом. Так. Ты уже разместилась, да? Ты решила здесь спать? Таечка. Тая. Тайка. Ладно, Тайка будет спать здесь. Видите, козлята тут. Кто там еще будет? Зюзюка, все, ты. Что жрём теперь? Чего? Спать легли. Спать легли. Повязку сняли. Спать легли, видишь? Мама на кухне и дети все на кухне.